Глагол пендра такой же, как предыдущий. Здесь у нас носовой э в корне. Пендра переводится как рисовать, красить что-то. Например, маляр пендра и художник тоже пендра. Вала, voilà. никаких тут сочетаний нет. Просто читаем. Je peins, tu peins, il peins, elle peins, nous peignons, vous peignez, Иль-пень, эль-пень. Вола, обратите внимание, точно так же, как и в предыдущем глаголе, у нас во множественном числе образуется не. Еще раз. Жу-пень, тю-пень, иль-пень, эль-пень, ну peignons, vous peignez, иль-пень, эль-пень. Этот звук достаточно сложный. Если не получается, делайте упражнение. Смотрите наш вебинар по носовым. В отрицании. Je ne peins pas. Tu ne peins pas. Il ne peint pas. Elle ne peint pas. Nous ne peignons pas, vous ne peignez pas, il ne peigne pas, elle ne peigne pas. Ichoras. Je ne peins pas, tu ne peins pas, il ne peint pas, nous ne peignons pas, vous ne peignez pas, il ne peigne pas, elle ne peigne pas.